Ликуся, деда ждем. Деду? Будем деду поздравлять. Счастья, радости желать. Да, доча? Доча. Агу. Такая в сарафане большая. Шарики, шарики. Малые шарики. И конфетка, подарочек. Рика, ты сарафан расстегиваешь свой? Ага, шарики там, какие шарики. Малые шарики. Шарики такие, шарики. Лика, Лика, маленькая Лика. Папа, с днем рождения тебя! Мама, пой, с днем рождения тебя! Мы тебе дарим шарики и конфетку. Конфетку вкусную, бумажную, папа. Давай, разворачивай. Мы будем смотреть, как ты будешь разворачивать. Давай. Ничего страшного. Они ждали, да. Они торт будут. Нет. Давай. У него площадка там 3 часов, так не знаю. Да, наверное, его сейчас раньше отпустит. Давай, распечатывай конфетку. Такая небрежная, мятая, некрасивая, но вкусная. Сладенькая. Да, разматывать. Мы упаковывали, да упаковывали. Упаковали кое-как. Столько одежки одели. Мама сразу прибирается, складывает. А? Упаковали хорошо, да? Насколько тебе хватит? Сейчас распакуешь, а там вот и кусенький. Вот такая вот конфеточка. Да, вот и кусенький. Я понял, что мы опять взяли. Что мы опять взяли? Да, зачем он? Чего ты там уже понял? Да зачем он? Деньги. Да зачем он? Я уже понял. Чтобы ты не жаловался на свой телефон. А я что жалуюсь? Ну, чтобы памяти хватало. Папа, давай, открывай коробочку. Вот тут вот, вот эту вот, вот так вот, вот так. Кажется, у меня коробка двигается. У тебя крутой телефон. Мама его себе хочет забрать. Она говорит, я бы поменялась, но он мне его не отдаст. Папа, не отдашь маме телефон. У нее А12, а у тебя А13. Ты жил в 13-м доме, и телефон тебе 13-й. Спасибо, конечно. Угу. Это... Но еще на Валбересе это надо забрать. Как она называется-то? Стекло. Вот. Топ-топ, тыц-тыц. Все наоборот. Ликонька, ликусенька, ликонька моя. Подошва. Блестящая. Блестящая подошва. Папа с шариками и с банками. А кто телефон? Кому Линке хочешь или Тёмке? Кому ты подаришь, папа? А нет, кажется. Анжелике подарит. Ты хоть включи его. Да как? Я сбоку так. Так же. Все то же самое. А? Все то же самое. Большую? Почему маленькую? Пользоваться не умею. Так, так же, кто... так он такой же похож, как кто-то у тебя только побольше. Я знаю, откуда тебя все перенести тебе. Лика стучит, стучит. Того телефона. Вот так стучит она. Вот чехол тебе сразу же. Такой же, как ты любишь. Такой, как тот, что ли? Да.
Ты такой ведь любишь? В нем быстро разберешься. Давай чехол оденем. Видишь, какая камера, как у Любашки же. Почему как у меня? Ну, тоже три штуки, а тут две. Во. 50 мегапикселей. Как тебе надо. Так дай папе там попробуй. А я попробовал. Нет, в этом, в чехле. Yeah.